1,7 миллиардов рублей из федеральной казны в качестве поощрения может получить Татарстан как один из самых успешных регионов России. Сегодня правительство рассматривает вопрос о выделении 20 миллиардов 40 наиболее успешным регионам. Александру Ижмукову продлили содержание под стражей до 8 марта. Напомним, именно водителя автобуса «Неоплан» следствие считает виновным в трагическом ДТП под Заинском, где погибли 14 человек. Открытие авиарейсов из Казани в Беларусь, Армению и Грузию планируют в следующем году. Об этом сообщил «Татаринформ» министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. А из Бегишева в 2018-м ожидается открытие рейсов в турецкий город Даламан.